Може би първо впечатленията на Клин Кондратиев в боя. Если коротко, то в моей команде игра не получилась. Значит, трудно сейчас говорить, почему это случилось. Но это наша худшая игра, которую команда провела под моим руководством. Почему-то мы оказались не готовы к игре. Не знаю, может, в клубах нагрузки, потому что чемпионат у нас еще не начался. И особенно первые 25 минут просто были безобразными. Проиграли всю борьбу болгарам. Мяч не держался. Так что поражение наше абсолютно закономерно. Поздравляю коллег болгарских. Всех любителей с победой. Болгария победила заслуженно. Накратко да кажа, не се получи играта на отбора. Трудно е да дам мнение. Не ми е приятно начина, по който се разви матча. Може би е най-лошия матч, откакто аз съм национален селекционер. Първите 25 минути бяха ужасни. Не можехме да контролираме топката. Не можехме по никакъв начин да се противопоставим на България. Може би това се дължи на факта, че бяха претоварени футболистите по време на подготовката с отборите си. Не знам, не мога да кажа. Поздравявам победителите с добрия матч. Для размышления этот матч много нам дал, нужно хорошо все проанализировать, и больше таких игр мы не имеем права играть. Определенно този матч ни даде необходима храна за размисъл. Надявам се, че повече няма да играем такива матчове, ще анализираме всичко и надявам се, че няма да има тези проблеми.